провожаем. Шестнадцатая обезьяны. Какой встречаем? Петуха. Петуха. Курица. Все, тихо, танцуй. Все, дедушка, вы давай нам подарки. Пришло время получать подарки. Помогай. Проходи. Я это вырежу там, знаешь, как. Так, Вера получила подарок, дедушка. Это Лера Юрченко. Так, Верочка, держи. Так. Ой, а ну поройся, что ты? Так, что еще в мешочке? Смотри, внимательно, так. Ой, все подарочки. Ксения Лужанская, Ксюша. Ксюшенька, иди сюда. Зайчик, два раза стишок дедушке рассказывал. Молодец. Фух, это Настя. Да? Настя, где Настя? Настя. Ты ж первая пришла, да? Это твой подарок. Ну, ты первая пришла, я знаю фамилию твою. Я знаю. Анечка, держи, Анечка. Держи. Так. Ой, это огромный подарок. Дед Мороз. Подожди, дедушка. Ой, подписан. Для Варюшки. Варя, где ты? Варя! Держи, Варя, он тяжелый, обеими руками. Ого! Кто там, где? Я ожидала. А, Лена Жукова, Леночка. Лена. Так, подождите, это еще не все. Дед, подожди. Ой. Дедушка. Это что? А ну, дед, смотри. Дедушка, а ты только хорошим детям приносишь подарки? Ну, конечно, всем хорошим, слышите? Послушным. Те, которые рассказывали стихи, танцевали песни и водили с нами хоровод. А родителей, которые слушаются? И родители, которые слушают. Но без родителей никто бы не пел, правильно? Песни не водил бы хороводы и не учил бы стихи.